Президент Украины поручил СБУ и полиции найти российский след в беспорядках, которые произошли в Киеве 20 октября во время матча «Динамо-Челси». Об этом Порошенко заявил на встрече с национальной футбольной сборной. Напомню, что прямо на трибуне болельщики киевского «Динамо» жестоко избили фанатов лондонской команды, в том числе 4 чернокожих англичан. Комментируя инцидент на стадионе, Порошенко заявил, что, по его информации, цитирую, «корни провокации идут вовсе не из Украины. Тропа ведет в Россию с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме». При этом никаких доказательств и разумных доводов украинский президент не привел. Из-за беспорядков и российских проявлений в ходе матча с Челси киевское «Динамо» могут исключить из Лиги чемпионов. И теперь украинское руководство пытается спасти свою команду, взвалив вину за произошедшее на Россию.